Доброе утро, дорогие телезрители! Приветствуем всех, кто ловит волну утреннего позитива вместе с телеканалом ПТВ. Ну а сейчас поговорим об увеличении пенсий и социальных выплат. Все верно. 2024 год уже начался с индексации. Ожидается ли еще повышение выплат и когда это произойдет, узнала наша коллега Татьяна Еловских. Индексация страховых пенсий. 1 января 2024 года отделение Социального фонда России по Свердловской области проиндексировало на 7,5% пенсии 42 998 жителям городского округа Первоуральск. Выплаты были увеличены на 1361 рубль. В месяц размер пенсии по старости в регионе вырос до 23 246 рублей. Кроме того, на 7,5% были увеличены стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента с 2024 года повысилась, а размер фиксированной выплаты составил 8134 рубля. Индексация социальных пенсий. С 1 апреля 2024 года будут проиндексированы социальные пенсии. В этом году выплаты вырастут на 7,5%. Социальная пенсия не зависит от трудового стажа и пенсионных баллов. Такую пенсию назначают людям, у которых нет возможности обеспечивать себя самостоятельно и получать страховую пенсию. Социальные пенсии бывают по инвалидности, по случаю потери кормильца и по старости. Индексация социальных и страховых выплат. С 1 февраля социальный фонд индексирует на 7,4% социальные и страховые выплаты. Изменения коснутся федеральных льготников, родителей и другие категории граждан. С 1 февраля материнский капитал был проиндексирован также на 7,4%, после чего его размер составил 630 400 рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго ребенка. Хотелось бы отметить, если семья потратила часть средств материнского семейного капитала, то остаток подлежит также индексации. Как проходит индексация? Для удобства граждан индексации по всем направлениям, которые были озвучены, проходит автоматически. Обращаться с заявлениями не нужно. Также хотелось бы отметить, если остались какие-либо вопросы, граждане, жители города Первоуральска могут обращаться по бесплатному номеру телефона регионального контакт-центра 8 800 100 ровно 2001.